На вас вспыхнула одежда. Постарайтесь быстро ее снять. Не бегите. От притока воздуха огонь только усиливается. Хорошо, если рядом лужа, сугроб или, например, ванна с водой. Тогда срочно туда. Если нет, падайте на землю, катайтесь, пока не собьете пламя. Как помочь человеку, на котором загорелась одежда? От боли и страха он начнет метаться. Окликните его. Остановите. Повалите его. Забросайте снегом или землей. Набросьте плотную ткань. Одеяло, плед, пальто, брезент. Главное, чтобы ткань была натуральная, иначе искусственная мгновенно вспыхнет. Накрывайте плотно. Чем меньше кислорода будет поступать, тем быстрее огонь потухнет. Голову оставляем открытой, чтобы человек не обжег горло и не отравился токсичным дымом. Если есть возможность, воспользуйтесь огнетушителем. Стоя на расстоянии вытянутой руки, направляйте струю прямо на пламя. Огонь потушен. Срочно вызывайте скорую. Если нет тошноты, поите человека водой. Дайте обезболивающее, успокоительное. Если необходимо привести пострадавшего в чувство, поднесите к носу нашатырный спирт.